Дмитро Тимчук, військовий експерт. Добрий вечір. Тобто день, господи, у мене вечір завжди день. Добрий день. Добрий день. Тому я одразу всім можу сказати глядачам, які долучатимуться, очевидно, зараз до ефіру, тому що наші глядачі завжди, коли дістають повідомлення на Твіттер або в соціальних мережах, що у нас є гість, то вони одразу долучаються до ефіру. Хочу нагадати, що ви можете ставити питання через Твіттер, через Фейсбук і через Скайп. Скайп – громадське підкреслення ТВ, традиційно для вас досяжний Скайп, Фейсбук, там все просто, ком Скрипін, Твіттер.com Скрипін. І ставте свої питання, телефонуйте, ставте питання нашому гостю. Справа в тому, що Дмитро Тимчук, він відомий широкому загалу інтернет-аудиторії, в першу чергу тим, що звертаються завжди брати і сестри. Підсумки сьогоднішнього дня станом на 12-ту годину такі, так? Так точно. Чому так от? Брати и сестры, это что-то религийное в этом что-то есть. Да, тут более того, у нас вообще, во-первых, помимо религиозного какого-то контекста, еще пошел тот контекст, которого бы нам казалось нужно было избегать. То есть привязка к Советскому Союзу. Братья и сестры, это было обращение Сталина в самом начале войны. Так вот, первое его обращение. Вы в такой способ троллите Сталина? Не-не, и аббревиатура «Информационное сопротивление» тоже из Иосиф Сталина. Ну, то есть, ну, тут абсолютно никакой задней мысли нету. Братья, это было мое первое обращение, когда, в общем-то, началось вторжение в Крым. Мало кто что понимал, мы как раз, ну, на тот момент мы и владели информацией о том, что это идет уже агрессия. И как раз это было обращение братья как боевые побратимы, то есть к соратникам и другим патриотам. Потом женская половина начала возмущаться, типа, а что, как братьям, ага. Что здесь сестер ставить? А потом я словил себя на мысли, что, елки, мы кого-то уже пародируем, получается. Ну, то есть это без злого умысла абсолютно. Дивіться, тут питання стосовно далі вашої аналітичної діяльності. Ви кажете, що не було зрозуміло, що відбувається в Криму. Було зрозуміло. Якраз у всіх було питання, а чому немає реакції української сторони? Чому вона запізнюється? Чи є у нас війська? Зараз кажуть, що тоді військ не було. Я в це, чесно кажучи, ну, слабо вірю. Після того, як нам показували на параді 24 серпня, в той час, коли в Донецьку виводили на парад ганьби полонених, нам в Одесі показували в цей же момент флагман українського Чорноморського флоту, який доблесно захищав. Хто що захищав в Криму? В Криму, окрім Мамчура, здається, і феодосійських десантників, ніхто нічого не зробив. Ну так, на самом деле мы, так сказать, оцениваем ту стойкость, которой стояли ребята в Крыму, в первую очередь морские пехотинцы, да, в той же Феодосии. Однако грустная правда в том, что мы тоже, группа ИС, изначально, когда начинали освещать эту тему, мы-то получали информацию снизу и с среднего уровня. И мы получали информацию, что вот мы готовы бы защищаться, но нам идет команда не применять оружие. Мы были очень удивлены, когда, ну, мы критиковали власть, и, в общем-то, тогда исполняющий обязанности президента Украины Александр Тручинов первый вышел на нас с просьбой встретиться. И он нам обрисовал ситуацию, в общем-то, на пальцах. Причем, ну, там были моменты, которые мы знали из других, которых мы знали из других источников, и у нас не было основания считать, что он не говорит неправду. Оказывается, что как раз команда на применение оружия была войскам, но ни единого случая мы не знаем. Ну, даже если на это закрыть глаза, то возникал вопрос к командирам, в первую очередь, подразделения в Крыму. А, ладно, там, допустим, указание, когда просто выводить войска и начинать там какие-то боестолкновения. Но есть устав гарнизонной краевой службы. Часовой, стоя на посту, четко знает, когда он должен применять оружие там, с предупредительным выстрелом вверх и предупреждением или без такового. Мы не знаем ни единого случая, чтобы часовые начинали вдруг применять оружие на ту же, по той, так называемую, самооборону, которая лезла на охраняемые объекты, на тех же зеленых человечков и так далее. Так питание, чему это не отбывалось? Деморализация. Что значит деморализация? Ну, психологически, армия была психологически не готова воевать. Это мы наблюдали и в апреле, в начале АТО. Люди, которые управляли этим процессом, не дадут соврать, что всего несколько сотен силовиков вообще начинали АТО. То есть это те люди со всех вооруженных формирований, которые были готовы вообще выполнять какую-то боевую задачу. Деморализация была полная. Та же самая Альфа, основной мотив был, ребята, вы нас за Майдан сейчас будете сажать, а тут же требуете, чтобы мы опять-таки стреляли практически в той же ситуации по этим так называемым сепаратистам. То есть тут масса факторов, но факт в том, что воевать-то некем было.
Хотя номінально ми мали і вооруженные сили, і внутрішні війська, і СБУ. Так мав додати, якщо там на місці не вирішують, що відбувається, тобто не знають, що робити, хоча ви ж кажете, що є чітка позиція, треба захищати. Якщо перетинають або починають штурмувати військову частину, треба стріляти. Ну, смотрите, во-первых, предварительно... Прикордонники, які дивилися, спостерігали за те, як по Керченській переправі до нас переправляли росіяни, просто в силовий спосіб захоплювали Керченську... Так ніхто, в тому-то і діло, ніхто не розумів толком, що відбувається. Смотрите, ситуація. Я командир українського... Я не військовий далеко, але якщо я бачу, що захоплення відбувається військової переправи, ти прикордонник, це кордон. Понимаете, ви... Припливає, я перепрошую, що... Ну, вантажівка військова, там, бронетехніка, що з цим робити? Дивитися на неї там? Чи Роман, я з вами повністю согласен. Ні, ну, я реально вашими устами говорить логіка, а там була сурова реальність, яка була скоріше абсурдною, ніж логічною. Тому що ніхто не ожидав, що Росія почне завойовувати Україну і так далі. И это сыграло с нами очень плохую шутку. Ну, во-первых, наша армия была вообще условно армией, скажем так, на тот момент, и по морально-психологическому состоянию личного состава, и по уровню боевой подготовки. Это те бомбы, которые закладывались очень давно, кстати, задолго и до Януковича, которые рванули как раз весной 2014-го. Угу. Давайте подивимося на карту дня сьогоднішнього. Зона АТО. Як говорить заголовок у наших колег, українські правді, вони спираються на інфографіку, яку робить «Слово і діло», вивожу. Зона, яка контрольована ніби бойовиками, вона збільшилася ось на південь. Ну, я би так не сказав, на самом деле така картина вже наблюдається не перший день. Просто так, воно, ж було, день воно ж було тут жовтеньке. Так я ж говорю, просто це перший день, коли нам офіційні істочники сказали, дали реальну картину, я би так сказав. Така картина була і вчора, і позавчора. Ну, йдеться про що? Що тут не стоять кордоном от, бойовики ось отут, так? А це та зона, яка обстрілюється з градів. Тобто ця територія, де стояти українським військовим, безусловно, практично неможливо. Тому що тут у нас вже була ситуація, і під Амвросівкою ми знаємо, і Ловайськ ситуацію знаємо. Коли, ну, тут раніше приходили до нас хлопці військові, які тут намагалися закріпитися. Тут вони кажуть, що і мирного населення вже не лишилося, хіба що одна людина десь в населеному пункті. Але це та територія, яка обстрілюється активно з боку Росії. Тобто Росія застосувала фактично... Фаєрвол вибудувала через Градів і туди не пускає українські військ. Ну, тактика виженої землі, фактично, да. Чи є цьому протидія? Я думаю, на даний момент, в умовах перемир'я, так називаємого, ну, для того, щоб щось міняти, необхідно, во-первых, самое главное условие, с чего вообще любые диалоги могут начинаться и переговоры, это с того, чтобы Россия признала себя стороной конфликта. Тогда мы можем уже какой-то алгоритм задействовать. Вы можете понимать, что этот процесс может быть, мати вот такой знак, который называется... Бесконечность. Так, да, как спевала Земфира. Знак бесконечности. Да. Абсолютно ласка. Согласен. Но... Потому что вы сколько не чекайте, если не хочет маньяк визнавати себя маньяком, он никогда себя не визнает маньяком. Ну, в этой ситуации можно делать только то, что, собственно, и делается. То есть по вот этой линии сейчас начинает выстраиваться оборона. И сейчас на данный момент... Очевидно... По какой линии? Я перепрошу, я встану, звісно. Ну, то есть по этой вот линии выбудовывается оборона? Вот ну, зараз? По крайней мере, вот где идет туда ближе к северу. И ближе к югу, там уже можно говорить о создании ну, так, обороны. А что им заважает подъехать ближе в Широкино и далее валить градами? Ну, во-первых, это уже территория Украины. Ну, во-первых, территория Украины вот, вот звідси. И там же Крым есть у нас, территория Украины. Вы меня путаете, я подполковник запаса, я не представитель АТО, не представитель генерального штаба. Нет, вы трошки больше, вы зараз уже в списку Народного фронта. Але это окрема тема нашей розмови. Что касается этой ситуации, то лично я могу высказать свое мнение. Дійсно, я в данной ситуации... Вы же військовый эксперт. В данной ситуации я не имею пока рычагов никакого влиять на принятие властных решений. Я считаю, что перемирие, о котором мы говорим, возможно только во временном формате. Замораживать конфликт сейчас ни в коем случае нельзя. Это не будет Приднестровье, это будет Нагорный Карабах, но с тенденцией расширения этой территории, это понятно. То есть то, о чем я говорю постоянно, что это плацдарм. Это не самая достаточная территория, за которую так резво сражается Путин уже на протяжении скольких месяцев. То есть, соответственно, нам сейчас необходимо перемирие реально для восстановления боеспособности войск.
для проведения еще очередного этапа мобилизации, для восстановления боеспособности той техники, которая телеконами сейчас находится на базе хранения, но она не боеспособная. И для того, чтобы решать эту проблему кардинальным способом. Сейчас, да, задекларировать... Кардинальным способом це як, я перепрошую? Проведение військової операции. Тобто наступати по лінії фронту не так, як ми точково захопили. Безусловно, да. Тактика рейдов всегда в такому исчерпала. Випадку українські війська, на відміну від сепаратистів або бойовиків, або російських військ, отут мають бути щільно стояти стіною фактично для того, щоб наступати. Так мені логіка говорить, я ще раз кажу, що я не військовий. Поэтому мы говорим о том, что сейчас для того, чтобы продолжать дальнейшие действия, необходимо проводить мобилизацию. Называется, ну, мы постоянно консультируемся с представителями, ну, скажем, военными аналитиками, серьезными, которые на телевизоре, в телевизоре редко увидишь, потому что они при погонах. Называются цифры, минимум 60 тысяч нужно поставить в строй и до 100 тысяч. Для того, чтобы продолжать дальнейшие действия. Зараз сколько там у нас стоит? Это вы обращайтесь к Министерству обороны и к штабу АТО. Как я до них могу звернуться? Алло, это штаб АТО? Алло, это министр ГВТ? Знаете, ну как? Ну, смотрите. Когда вы пишете свои звіти щоденні, вы же базуетесь на каких-то данных. Да. Где вы их берете? Если вы заметили, мы когда даем данные, мы даже не указываем подразделение вооруженных сил или национальной гвардии. Мы избегаем любой информации, которая вскрывает боеготовность наших войск и их расположение. В отличие от многих журналистов, которые в соцсетях четко говорят, вот здесь стоят 30 человек, у них только стрелковое оружие, ну, забывают только координаты четкие указать. Мы этого всячески. Мы говорим, украинские силовики, украинские войска, силы АТО раньше употребляли термин. Как раз с этой целью. Что делать, когда кричат в мережі панічно, нас зливают? Скажем, почему появляется такая информация? Как она появляется? Почему солдаты на фронте у нас користуються мобильным связком, социальными мережами? Я думаю, главная причина в том, что у нас все-таки мирное время, и де юре мы ни с кем не воюем. Если брать чисто юридический аспект, то мы проводим антитеррористическую операцию. То есть там уничтожаем некоторое количество террористов, которые случайно обнаружились на Донбассе. Безусловно, в боевых условиях необходимо предотвращать любую утечку информации, тем более с места события, так сказать. Потому что как раз, ну, уже ни для кого, по-моему, не секрет, но это продолжается, этот процесс ухода информации в соцсети. И с ее помощью можно получить полные данные о боеспособности, о составе, о месте дислокации и даже о планах действий наших войск. Наступне питання до вас – це те, що сказав російський історик, що проєкт «Новоросія» зливає Путін. От це так, це знову поширюється в соціальних мережах, що ознаки цього, що йому це не потрібно, він думає, як вийти. Звичайно, можна шукати позитиви, завжди позитиви шукати. Ми пам'ятаємо слова Порошенка про те, що в мене є пропозиція вийти, зберігши обличчя з цього процесу. І Порошенко говорить про те, що 70% російських військ вивели з України. Ну, у нас не столь оптимистичные данные, но на самом деле мы видим процесс выхода российских подразделений. Нас больше смущает то, что остается большое количество офицеров, которые сейчас выступают в роли инструкторов. И целые базы тренировочные организовываются, там тренируются по численности до 1000 боевиков, которых подготовят российские офицеры. Я боюсь, что вы знак нарисовали, что этот слив, так называемый Путиным Донбасса, будет продолжаться столько же времени. То есть мы видим, что Путин наступает острый момент, он вводит свои войска. На самом деле это было еще в апреле, и мы об этом сообщали. Просто тогда не было, во-первых, такого количества подразделений регулярной армии. Там больше спецназ работал, но более аккуратнее работает, я имею в виду российские. Во-вторых, летом была опять волна, когда вводили войска. Сейчас идет фактически третий этап ввода войск. Путин вводит, решает тактическую цель. Выводит войска, но тем не менее он может продолжать это очень долго. Если сейчас они поставили вопрос о том, чтобы готовить уже, так сказать, силами кадровых офицеров, инструкторов силы ДНР и ЛНР, значит они готовятся в любом формате продолжать это противостояние вот до того знака. Дивіться, тут питання, ну, знову таки, питання логіки. Я завжди підкреслюю, що я не військовий. Питання в тому, що ну, для того, щоб знешкодити верхівку, для цього треба спецзагони, які десантуються на певну територію, оскільки говорять, проведення спецоперації з ліквідації верхівки.
От, скажімо, ну, Гіркін, він уже де? В Росії. Сьогодні дає прес-конференцію, що він на Донбас не вертається. Але там лишаються очільники так звані, ЛНР, ДНР, там Губарєв лишається, у них там є ціла телестудія. Тобто це такі точкові об'єкти, ну, які продукують певний вібрації. Та? За великим рахунком, якби у нас були спецзагони, які здатні виконувати спецоперації, то це зробити не так складно, як здається. Тому що ну, приїхали хлопці з Донецька, відео я подивився, там у Богдана Кутєпова, ну, йдуть по вулиці люди, так, там десь проїхали бойовики, дві вантажівки, все. Тобто це не є, що суцільна ця територія вся в російських військах, бойовиках і так далі. Тобто є Донецьк, куди можна потрапити, є Луганськ, куди можна потрапити. Відомо, де ці люди працюють. Які офіси вони займають? Будинок СБУ, там облрада в Донецьку. Точково нічого не робиться теж. Чому? Ну, смотрите, я не великий спеціаліст по спецоперації. Я теж. Но для того, я взагалі не фахівець. Это по телевізору здорово голливудський варіант, коли вибросили групу спецназа, там 10 чоловік укокошили всіх, кого могли, тихо ушли, і ніхто не заметив. На самом деле, проведення любої спецоперації в такому форматі, як ви говорите, по ліквідації, допустим, каких-то там верхушки і так далі, необхідно, ну, во-первых, у нас є інформація, як мінімум, об одній попитці проведення спецоперації такого формата. Такие вещи имеют место. Ну, я понимаю, что сейчас об этом пока рано говорить, но я думаю, рано или поздно детали мне не об этом расскажем. Деталі мені не потрібні, розумієте, є наслідки. Скажімо, такая... коли я стрічку новин читаю, наслідки ви теж Губарєва було там знешкоджено шляхом проведення спецоперації. Я тоді розумію, для того, що це відбулося. Та операція, как раз по нашим даним, сорвалась из-за того, що була, скажімо так, недостаточно оперативна розвідінформація. І от це головне. При проведенні подобних спецоперацій необхідно розвідувальне обеспечення і дуже мощне. Іначе ми просто будем элиту, можно сказать, ну, спецназ, элиту просто кидать в качестве пушечного мяса. Необходимо прикрытие, необходимо обеспечение. Это на самом деле комплекс мероприятий для того, чтобы провести одну операцию. Даже когда кругом нету врагов, взять, допустим, освободить от террористов, там, освободить заложников какое-то здание, или просто уничтожить террористов, все равно никакая альфа не пойдет без целого комплекса мероприятий. Это, я говорю, это в бойовиках все легко и просто. На самом деле все это много сложнее. Ничего в бойовиках. Это... Не, я разумею, что кино – это кино, життя – это життя. Ну, это во-первых. Во-вторых, надо также понимать, что мы не имеем дела сейчас с каким-то там исчадием зла, которое в виде там Гитлера местного донбасского, который всплыл и все это дело замутил. Если его убрать, все решится. То есть, на самом деле, они уже поменялись, у них ротация. Да, ставленники Москвы. То есть, они получили, центр принятия решения находится далеко за границами Украины. Проводить спецоперацию по ликвидации Путина, ну, мысли здорово, это да, пофантазировать можно, но я не знаю, насколько реально. На самом деле мы видим, то же самое Гиркин ушел, наоборот, действия российско-террористических войск стали только успешнее. А не от него это зависит. Успешнее они стали, потому что российские подразделения вошли. То есть верхушку можно убирать бесконечно, но будут находиться вот эти шестерки, которых просто будут менять без проблем, я думаю, в течение считанных минут, даже не часов. Ще було у мене питання по веденню бойових дій, але, чесно кажучи, поки ви відповідали, я, чесно кажучи, забув. Я дуже рад немного. Чому? Шучу. Ні, у вас хороші питання, і вам в логіці не відказати. Ви зря говорите, що не розбираєтесь в воєнному ділі. Логіка вам цілком компенсує. Я за військовим званням рядовий запас, щоб ви розуміли. Мене не взяли на військову кафедру навіть. Я навіть цього не пройшов. Я на зборах ніколи не був. Я глибоко пацифіст. Ну, как вы показываете... Розумієте, я просто громадянин України, как... який ну, намагаюся застосувати логіку. Їздив, так... як і всі, з громадської більшості. Ну, в Маріуполь він їздив, він під Донецьк там їздили, розумієте? І, тобто, дивишся на це все зсередини. Я вам хочу сказати, ми бачимо зараз по останнім, ну, дуже неприємним і навіть трагічним для нас подіям, що факт обладання диплома Національної академії оборони, там, генералом, вовсе не означає, що він становиться клаузевіцем. Тому тут, як би, Гелетей, наскільки компетентний міністр оборони в цій ситуації? Гелетей... Тому що міняли міністрів оборони, ну, поміняли на Гелетея, там, да. Один, другий, третій. Я, чесно говоря, не зовсім розумію його роль в нинішній, скажімо так, системі прийняття рішення. Тому що, якщо ми говоримо о веденні бойових дій, то тут основну функцію виконує начальник генерального штабу. Міністр оборони – адміністратор. Это Министерство обороны, административный орган. Мы бились еще, ну, в советское время там был такой конгломерат, что не поймешь, где, кто чем занимается. Мы, начиная еще со времен Кучмы, четко шли по разделению, по пути западных демократических стран, разделению функций Генерального штаба и Министерства обороны. Поэтому начинать возлагать полностью стопроцентную вину за срыв какой-то боевой операции на министра обороны,
Ну, это, я считаю, не совсем грамотно. Тут основные вопросы – это к начальнику генерального штаба должно быть. Мы должны сейчас разобраться, действительно понять. Я тоже не совсем понимаю, что министр обороны постоянно делает в зоне АТО. Ну, по крайней мере, делал, да? Хотя он должен был решать вопросы здесь, скажем, в Киеве. Но это как минимум странно звучит. Но нам нужно четко поставить... Ну, в общем-то, он сам вот этим поведением вызвал на себя шквал критики и возложил на себя ответственность. Хотя до Юры это, скажем так, не его ответственность. Ну, мы бачимо демонстративный визит Порошенко в Маріуполь, ну, скажем. Ну, я считаю, политически это грамотно. Это, во-первых, показать, ну, то есть Мариуполь – это та точка, которая вызвала сейчас очень большой резонанс. Мы увидели ряд успехов, потом ряд неудач серьезных. И ситуация с Мариуполем, она вызывает законный, в общем-то, резонанс в обществе. Там сольют Мариуполь, не сольют. Все понимают, что если Россия возьмет юг Донецкой области под контроль, то это, в общем-то, первый шаг к лишению нас Херсонской области, а там и всего юга Украины. Поэтому, я думаю, показать, что об этом городе не забыли, и власть его обороне уделяет огромное не только там какое-то административное, политическое и военное, но и военно-политическое значение, это очень нужно. За вашою оцінкою, я розумію, що ви не істина в останній інстанції, щось здатне зупинити Путіна? Тому що, якщо подивитися на забезпечення російських військових, воно в рази більше, ніж українське. Ну, то, что Россия своей армией занималась и она вынесла серьезные уроки, в первую очередь, чеченских войн, это факт. Но опять-таки и грузинская кампания 2008 года, и нынешняя 2014 показывают, что с россиянами можно бороться, как и с любым другим противником. Это не супер там солдаты какие-то и так далее. У них то же самое еще постсоветское разгильдяйство, возможно, в меньшем масштабе, чем у нас. Ну, все эти отрицательные... У нас сестры, ну, армии наши, ну, практически наши там двоюродные армии, сестры. Ну, я понимаю, двоюродные сестры, но сейчас наша армия, ну, те, що я чую з вуст тих, хто там, дідівщина відсутня, в так як явище, тому що не час, це не той розбещений час, коли нема що робити, а давайте тут зараз будемо чмирити цього села. Ні, я з цим повністю согласен. Плюс у нас вже достатньо велике кількість військ перейшло на контракт, що теж само по собі витісняє дідівщину. У росіян от ця болезнь, тобто, так, ми від цієї болезні фактично збавилися. Ну, вони нас позбавили цієї хвороби, насправді, росіяни. Ну, тут вообще да. У них остались те факторы, которые, ну, очень негативно сказывались советской армии, которые, в общем-то, разлагают армию. Они от этого не избавились. Плюс у них те же самые вопросы, которые возникали и у нас долгое время. Это, во-первых, коррупция в составе генералитета. Причем коррупция не в том плане, что они там взятки берут, чтобы кого-то от армии отмазать, да? А именно в плане назначений. То есть, когда игнорируются какие-то перспективные кадры для назначения там людей по знакомствам и так далее. У них это процветает то же самое, как процветало у нас. И это, безусловно, отрицательно сказывается на их армии. Ну и жорсткість, розумієте, там в Росії прекрасно розуміють, якщо цей генерал не виконав завдання, яке дав президент, головнокомандувач, то з ним розмова буде жорстка досить. У нас я не бачу, щоб було таке розуміння, що є головнокомандувач і є ті, хто виконують накази. Тому що завжди з'являється якась, ну, якщо подивитися ці ток-шоу, що Дежневі, які присвячені, звісно, війні, де людей, солдатів рідко слухають, а більше слухають політиків, які імітують діяльність, та, військову, то дуже багато говорять про якісь інтереси, про збереження балансу, там ще щось. А не треба, навіть зараз з'являється, не треба дратувати Путіна. Давайте, ці людині хочеться, давайте подивимося на карту. Криму немає, це що? Ну, тобто, що тут дратувати, тут не дратувати? Це вже є рана, так? Ви розумієте, я, ну, і да, приклад, який я хотів навести, це, ну, скажімо, присутність братів Литвиних. Аж трьох. Один опікується досі прикордонними військами. Ну, так, да, це не потопаємо, товариші. Чому? Ну, це питання не ко мені, я взагалі... Це питання до Порошенка, може, ви знаєте? Звісно, більше щось. Я думаю, що там якраз це вже йде определеного роду якісь політичні. Ну, у нас була інформація, що починає з весни, що тут політичні соображення, якраз благодаря старшому брату. Но поскольку ми не привикли транслювати слухи, я воздержуся від своїх коментарів, поскольку 100% інформації у мене немає. Ще кілька військових питань перед політичною частиною нашої розмови складовою. Я собі дозволю. Можна я буквально одну ремарку?
Ну вот вы говорите про то, что не выстроено верховный главнокомандующий, там тире генералы. Но давайте берем диапазон шире. То есть когда в стране, ну то есть это ответственность власти, безусловно, но это ответственность общества. Если мы сами принимаем правила, вернее мы их декларируем и всячески культивируем, когда командир батальона может там не выполнять приказы, потом раз типа, ну общество начинает обсуждать, общество. То есть не военные даже там какие-то, не правоохранители, следователи, а общество. Правильно он поступил, что он дезертировал, или неправильно? Решит, да не, он герой, значит герой. Ну подождите, не буду спорить, может быть и герой. Но если мы так относимся к поведению комбатов, чего мы хотим от генералов? Чего мы хотим от начальника генерального штаба? У нас вся вертикаль, получается, так выстраивается, что каждый на своем месте, начиная от уровня командира отделения и заканчивая начальником генерального штаба, сам решает, а делать мне это или не делать? Я не знаю, ну может быть это и демократично звучит, но армия – это не место для демократии. Стоп, все-таки. Тут не те питання. Тут армія – це наказ є, абсолютно, його виконують. Да, і тут цієї вертикалі, яку, ну, я, мені таке враження, що ну, її немає, тому що Анатолій Гриценко, який був міністром оборони, він завжди говорить зараз про те, що, що таке вибудова військової роботи. Тобто є батальйон, є прикриття, потім протиповітряні сили мають прикривати, забезпечення. А тут таке враження, що цього всього немає. От є батальйон, ну, противовоздушно, хорошо, я полностью согласен. Да, создаются, тут, допустим, для выполнения боевых задач какие-то там батальоны, ротные, батальоны тактические группы, там оперативно-тактические группировки войск. Они должны прикрываться средствами ПВО. Вопрос, ну, против нас, слава богу, по крайней мере, пока авиация противника не работает. А зачем нам средства ПВО? А якщо почне працювати? Ну, гелікоптери залітали на українську територію. Тут питання, чому їх не збили, якщо вони порушили повітряний простір? Ми дуже довго шукали відповідь на цей питання. И, в общем-то, дело в том, что были случаи, когда даже работали, ну, это еще до трагедии с сектором Д, когда работали армейские подразделения совместно с пограничниками по прикрытию границы, и было достаточно много случаев, когда залетали вертолеты и самолеты в наше воздушное пространство, вторгались. И по ним не открывались огонь. И пограничники к нам апеллировали, ну, наши источники, наша сеть группы ИС констатировала странные вещи, что армейцы пограничникам объясняют, мы не, ну, у пограничников нет средств ПВО, у армейцев есть. Армейцы говорят, а пускай, ну, типа, им разрешено влетать на территорию, на глубину 10 километров. Мы были в шоке, мы сразу вышли на контрразведку для начала, вышли на команду, ну, на штаб АТО с вопросами, ребята, а что это такое, как это можно на 10 километров входить? Ситуация объясняется просто. Им шло такое указание, чтобы они не сбивали, для того, чтобы этот летательный аппарат при подбитии не упал на территорию России. То есть, ну, якобы тогда будет, что россияне будут кричать, что их сбили в их воздушном пространстве и так далее. Я считаю, что как раз демонстрация слабости, она всегда провоцирует еще большую агрессию и насилие. То есть, если сразу начинать с малого и прекращать какие-то действия, уже потом агрессор не будет пытаться повторять. Если мы это кушаем, то нас этим будут кормить. Ну, дивіться, тут еще есть одно питание тоді. Коли виходять на брифинг в РНБО, Лисенко або хто інший каже, РНБО констатує, що Росія вводить в Україну військову колону. Тобто ви це бачите. А мене питання, а чому по цій колоні не завдано удару? Необходимо... Якщо колона рухається, то навіть все, що пов'язано, тобто якщо в Україну заходить протиповітряні сили Російської Федерації, вони ж під час руху, ну, вони не діють. Якщо ви фіксуєте входження цієї колони, то по ній треба бити, щоб потім вона не була прикриттям для всього іншого. Вы понимаете, как эта информация вообще добывается? Звідки я знаю? Это не в режиме онлайн. Ні? Это они работают, ну, ту информацию, которую получает СНБО, практически, ну, там работает система контрразведки, система военной разведки. Но, по сути, они используют ту же систему источников, ну, в общем, как и мы. То есть мы даем с опозданием на несколько часов. Нам нужно перепроверить по нескольким источникам, где зафиксировали, где проходило, сколько было единиц, чтобы мы просто-напросто не дали дезу. У них это немного более жестко поставлено, поскольку агентура у них более, так сказать, дисциплинированная. Ну, я надеюсь, все-таки мы общественная инициатива. Но смысл в том же самом. У нас нет спутников, которые 24 часа в сутки наблюдают там каждый гектар или акр земли. Такие спутники есть у наших партнеров. Но они тоже, если вы заметили, американцы те же самые, они по факту подтверждают или не подтверждают. Они не дают нам развитую информацию. Ну, если зайти на ваш сайт информационного спротива,
то там есть все супутниковые снимки, которые... Ну так они через сколько даны были? Американцы, как мы заметили, дают от 3 до 5 суток с опозданием. Это украинская территория, да? Это все. То, что вы наводите снимки, это все на украинской территории, да? Вот было порожнее поле, стало там. Это угу. Украинское, да? Это все наше. У нас они так вот розташовуються, да? Чи ні? Да, да. Тобто це не українське. Ну, це не наше, це Amnesty International. Ну, я маю на увазі, ну, Amnesty International теж не має свого супутника, ні, правильно? Ні, вони ж... очевидно, їм передали по лінії НАТО, ну, я не готов сказати, як у них алгоритм працює. Но факт в том, что американцы нам тоже... Reuters повідомляє про те, що європейські дипломати говорять про запровадження нових санкцій проти Росії Friday, тобто в п'ятницю. В п'ятницю можуть бути запроваджені санкції, от прямо зараз це повідомлення по папам мене з'явилося. Ну, це радує. Ну, вас і мене? В принципі, всіх, я так розумію. Я думаю, так. Питання в тому, чи вплинуть ці санкції далі. Думаю, що не воздействует. Ну, тут скорее можна йти, якщо ми нацелюємося на довгострокове рішення цього конфлікту, а судя по всьому, тут не приходиться говорити о неділях даже, то понемногу, я думаю, ну, скажем так, сами по себе санкції нічого не рішать. Вони можуть бути одним із аргументів, які можуть воздействовать на Кремль. Ну, по крайней мере, лишними они точно не будут для нас. Купа питань навалилася з інтернету, дивлюся. Зокрема, в скайпі питають, це мені Володя пересилає, Сергій П. Питання до Тимчука, є хоч якісь зміни в тиловому забезпеченні військ, якщо так, то які саме? Я з большим трудом, вернее, з большим сожалением констатирую, що у нас система обеспечения... все равно возникают очень большие вопросы. Минобороны регулярно рапортуют о том, что проблемы решаются и так далее, но они, скажем так, решаются за счет времени, а не за счет повышения эффективности. То есть, ну, тоже касается обеспечения бронежилетами. Начали, бог знает когда, я не думаю, что сейчас намного эффективнее система работает. Просто прошло много времени, и понемногу эту проблему решили. Ну, вот что говорит у нас сейчас... Министерство обороны, ось инфографика есть. Это тоже слово и дело. Чи це український антикризовий центр зробив інфографіку? От рапортують, ну, що поліпшення відбувається, так? Ну, по обеспеченню фінансовому, по-моєму, ще починає з апреля у нас проблем не було. Кабмін виділяв гроші в нормальних об'ємах. Питання в їхній реалізації. Ну, тут є суб'єктивні і об'єктивні фактори. Остання доба – це поширення через соціальні мережі про те, що камуфляж шиється з синтетики, яка згортається, плавиться. Тобто... Якщо виникають такі питання, любое снаряження, оснащення, амуніція, в тому числі воєнна форма, вони закупаються по технічним условиям. Це, взагалі, цей питання дуже легко прояснити. Я маю на увазі, що там корупція спрацьовує, корупційні схеми відмивання коштів. Треба таку форму, яка була видана іменно по лінії Міноборони, а не там закуплена кем-то для себе і так далі, от іменно, якщо на воєнних складах, необхідно брати, необхідно запрос в штаб тила оформляти, отримати технічні условия на цю форму. Якщо воно не відповідає, тут пряме, так сказати, уголовне справа, по-моєму, на Толовиков. Ще є питання стосовно, тут багато питань, знову-таки кажу, через інтернет надходить. Хотілося б задати питання гостю студії, чому у нас до сих пор АТО, а не воєнне положення? Які негативні наслідки повлечуть введення воєнного положення? Це грот якийсь через скайп. Цей питання, в общем-то, нас інтересував, починає, опять-таки, з весни цього року. Ми спочатку виступали за введення воєнного положення групи ЄС. Однако потом в ходе, скажем так, многочисленных консультаций начали задумываться над обоснованностью. Ну, во-первых, организационные вопросы. Как мы, ну, мы этот вопрос задавали заместителю генерального прокурора Украины, нынче главному военному прокурору. И он нам объяснял, что если говорить о введении военного положения, то давайте... Исходите из того, что все территории, на которых, которые объявлены вот зоной, ну, нынче зоной АТО, они управляются военными. Мы освободили Краматорск, там работает военный комендант. Он решает все вопросы, в том числе, допустим, там, выдатки из местных бюджетов.
Вопрос. Сейчас допустить украинских военных рулить коммунальной сферой, допустим, да, решать проблемы обеспечения, жизнеобеспечения населенных пунктов. Насколько они готовы, насколько у них есть специалисты, понятно, нету. Но не это самое главное. Долгое время проблема была в том, что для того, чтобы военное положение вводить, надо было ответить вопрос, на вопрос, а кто враг? С Россией мы до юра не воюем. Войну мы не объявляли, она нам тоже... Так хиба мы маем объявить войну? А есть только два варианта. Либо внутренний конфликт, либо внешняя агрессия. В смысле? Ну, Россия не признает, что она против нас воюет. Как мы ей оголошуємо війну, якщо вона агресор і вона... Нет, мы можем констатировать, что Россия против нас ведет войну. Да? То есть мы вводим, объявляем ее агрессором и вводим военное положение. Ну. Но если мы говорим, что кто-то против нас агрессию совершает, нам мало заявить. Ну, так мы можем сказать, она против нас Беларусь сейчас военную агрессию осуществляет. Угу. Нужно, чтобы кто-то это подтвердил, как минимум, если сама Беларусь, ну, для России. Хіба не досить? Есть. Вот тут начинается самое интересное. ООН, мы видим, вообще самоустранилась. Ну, понятно, что любые решения Совбеза ООН Россия блокирует, имея право вето, как постоянный член Совбеза. Но есть еще международные организации, в частности Красный Крест, который может констатировать, он облечен по международному праву этими функциями, констатировать, идет ли война в стране и какого именно типа агрессия. Мы знаем, еще в конце июля Красный Крест заявил, что да, в Украине война. Но он забыл уточнить самое главное. Речь о, он считает, что это гражданская война, внутренний конфликт, или речь идет об агрессии России. Там было сказано в сообщении о том, что в частном, вернее, в конфиденциальном порядке уведомлены стороны Москва и Киев. Ни Киев, ни Москва вообще об этом уведомлении ничего не говорили. Прошло уже, слава богу, 2 месяца, но Красный Крест так и не уточнил, что он имеет в виду. А если бы он уточнил, тогда бы мы имели уже юридическое основание для того, чтобы говорить, против нас, ребята, идет агрессия. От питання пов'язано з тим, з попереднім. Багато говорять, що російські війська – російські війська. Якщо затримуєте ви російських військових, затримуєте російську техніку, це треба накопичувати, показувати, доводити. Ну, це ж робиться. Я не бачу, де це робиться. Почему? Ну, СНБО то же самое демонстрировало, и сколько раз снимков. Целый музей у нас захваченный российской техники под эгидой СБУ существует. Показывали даже вот здесь недалеко, в музее Великой Отечественной войны, мемориальном комплексе. Задержанных, записи допросов, ну, оприлюднивалося. Так цього недостатньо, чтобы сказать, ось агрессор. Теперь давайте, ну, там, давайте, це треба звернутися. Давайте пан Гімуну позвоним і спросим. От, власне, так, це треба, проблема? Щоб Україна звернулася до Організації Об'єднаних Націй, що, ну, яка за своїм статутом має визначити, що це є агресія. Ну, я вважаю, що, безусловно, власть вже відкрито говорить о тому, що це агресія. За открытыми заявлениями должны следовать требования. Нам мало того, чтобы, европейские отдельные страны признали это агрессией. Нам нужно, чтобы это признали международные организации. И тогда мы по международному праву уже можем действовать как в условиях агрессии. Я боюсь, что тут возникает второй вопрос, что украинская власть боится, если это все будет совершенно четко признано, что Россия осуществляет агрессию против Украины, то тогда Путин начнет открытое вторжение. Но это правильно, это ну, обоснованно эти опасения или нет, это уже я не комментирую. Ну, мережею Матіола прямо в твиттере мне пишет, в ночь с 12 на 13 сентября 2014 года готовится удар войсками Российской Федерации по всему фронту на востоке Украины. Я не знаю, как это комментировать. Это какая-то звідки информация. Там про ядерное оружие ничего не пишут? Нет, тут типа максимальный репост треба, знаете, максимальный репост. Понимаете, есть информация, ну, Георгий Селезнев, есть информация от закрытых источников, приближенных к Генеральному штабу Российской Федерации, о том, что в ночь с 12 на 13 сентября. Перемещение и дислокация армии РФ подтверждают данную информацию. Подтвердить или опровергнуть полученное не можем, но предлагаем предпринять меры по укреплению наших позиций, доукомплектации их дополнительным тяжелым вооружением. Вот так. Вот последний пункт никогда лишним не будет, и согласен на все 100. При любом варианте развития событий, при любом там формате введения особого статуса этих территорий, в любом случае нам нужно сейчас укреплять позиции, обозначить как минимум, во-первых, линию фронта, так сказать, демаркировать эту особую зону, и инженерные сооружения, войска должны окапываться однозначно. Ну, чи можуть там, скажем, зараз...
поставити ту, ну, проект «Стіна», який, про який ви оголосили в уряді? Ну, там варіант «Стіни» не йде речі, а там смисла його. Ну, починати будівництво під градами, і, ну, хорошо, то, що днем построїли, ночі уничтожать. Там варіант тільки військової оборони, тобто інженерне обладнання місцевості. Я би не постіснявся там виставляти мінні поля, не стісняюсь абсолютно. Окопи, траншеї, один ряд, второй ряд. Оборони ніколи багато не буває. Але смішно іноді виглядає, коли риють окопи та, і вручну. Оце дивує. Тобто от вчора дзвонили волонтери з Харкова, кажуть, ми риємо вручну тим, що є, тому що екскаватор, ну, місцева влада не дає екскаватори. І навіть Національна гвардія, яка має в своєму розпорядженні оцю машину, яка риє траншеї. Во-первых, у нас є, да, інженерно-саперне підрозділення. Ну, согласен, їх мало, все там розпродали, розворовали і так далі. Ну, проводіть мобілізацію. У нас строїтної техніки, по-моєму, в Україні вистачає. Страна 23 роки строїться постійно. Ну, питання в тому, скажімо, в Харкові хто мер? Чи чому мер не сприяє там? Ну, от ці питання якраз воєнне положення би і рішило. Тобто проводиться мобілізаційну. Вже свого частного фактично немає. Все можна експропріювати во временне використання на нужди оборони. Це було б абсолютно правильно. Ага. Тепер тут політичні питання виникають, що не всі військові фактично закрили, ну, здається, закрив я всі питання по війську. Нагадаю глядачам, ви можете ставити Дмитро Тимчук в нашій студії, якого багато хто читає в мережі, власне, наша аудиторія в інтернеті, вона досить велика. Говоримо про антитерористичну операцію, точніше про війну, яку веде Росія проти України, і про що Україна не може ніяк в голос заявити. Ну, тут питання, вітаю, як довести росіянам, що у нас їхні війська? Вони вимагають фактів, але цих фактів, що їм надають, їм мало. Дякую, Олександр. Так, це як в відомому тому сюжеті Майкла Щура. Це не наші єноти, розумієте? Єноти, да, 100%. Ну, во-первых, я бы ставил проблему вообще шире. У нас большая проблема противостояния, не просто противостояния российской машине пропаганды, но проведения собственных информационно-психологических акций. Я считаю, что это вообще прорыв был о том, что российские СМИ, и не только оппозиционные, начали говорить о том, что российские солдаты гибнут в Украине. Это действительно для нас очень важно, поскольку начинается резонанс в российском обществе. У нас была информация из источников в России. Мы просто ее не делали достоянием общественности, поскольку не нашли стопроцентного подтверждения. И главное объяснение о том, что российские СМИ центральные получили указание начинать тему как раз раскручивать про российские потери в Украине. Я не знаю, с чем это вызвано, но вы знаете, что российские неоппозиционные СМИ без команды... Там нема оппозиционных СМИ. Ну, псевдооппозиционные, я согласен. Да, я тоже заметил этот факт. Но тем не менее, я не знаю, для чего это нужно представителям Кремля, но вот такая информация была, и буквально через день пошли уже на российском телевидении такие сюжеты уже так осторожные на эту тему. Но, тем не менее, я считаю, что это играет сейчас в нашу пользу. Почему не слышно об использовании украинского высокоточного вооружения, например, мины «Луча»? Ну, КБ «Луч», мы знаем, что разрабатывала мины, там сказано. Тут, да, это я не готов сказать насчет высокоточных мин. Боюсь, что могут плутать что-то. Так само, как Ирина Геращенко в эфире сказала, что «Градом» сбили літак «Боинг». Ну, это круто, наверное, очень низко летело. Да, нет, йшлося про малазийский «Боинг», который сбили «Буком». Она попутала «Бук» и «Град», я понял. Но тут люди тоже могут не суть важно, да, вопрос понятен. Прежде всего, нужно понимать, что много разработок, но, во-первых, все же те образцы, которые представлялись на полигонах и так далее, которые не прошли полные циклы испытаний войсковых, которые не приняты, ну, на вооружение принята тоже бумажная работа. Главные результаты испытаний. Нельзя сейчас образец, который, в общем-то... Что такое «Луч», я не разумею. КБ «Луч»? Да. Ну, конструкторское бюро «Луч». Да, но действительно противотанковые средства высокоточные конструируют и производят. Ну, во-первых, две проблемы. Во-первых, что я говорю, масса разработок, они, да, они представлены в виде там фактически испытательных образцов. Их как минимум нужно довести до ума перед тем, как запускать в серию. Потому что
результаты эксплуатации могут быть непредсказуемыми. Это первое. Второе, то, что уже апробировано и поставлено, там, типа тот же Квитнек, поставлены на вооружение. Надо понимать, это та же история, что и с бронежилетами. Надо понимать, что невозможно запустить в серию какой-то образец вооружения или оснащения, а тем более это высокоточное оружие, это высокотехнологичные образцы вооружения, за 2 недели. У нас бронетехника составляет там до года цикл производства. Для того, чтобы массово выпускать те же самые ПТУРСы, это необходимо, во-первых, сейчас выстроить те линии, которые для массового производства. Необходимо затратить колоссальные средства, и главное, нужно время. То есть я не исключаю, что мы через год-полтора будем иметь достаточное количество этих вооружений. Но сделать это даже за месяц или за два, ну, это технически невозможно. Ну, в ситуації з російським вторгненням і от ситуацію на Сході, який вперто російські медіа називають Південний Схід, прошу зауважити, але це Схід за географією. Ми теж юг, восток, абсолютно согласен. То кажуть, що це як в ситуації Хорватія-Сербія, що Хорватія взяла паузу, подивилася на це, на окуповані території, потім модернізувала армію і звільнила ці окуповані території. Чи можливий такий варіант в Україні? Я вважаю, що модернизацию. Дело в том, что модернизацию армии можно проводить долгие-долгие годы. Но Хорватия армия, была в стане войны. Армия никогда, армия, ну, нету страны, которая бы сказала, у нас вот у военных все есть, у нас идеальная армия, нам больше ничего не надо, мы достигли точки совершенства. Всегда нет предела совершенства. Всегда есть что менять, что развивать и так далее. Американцы – самая мощная армия в мире, но не постоянно ее меняют. Они каждые 2 года, а то и чаще меняют военные доктрины, ну, и другие стратегические документы, меняют концепции, подходы и так далее. То есть я считаю, что нам, если мы начнем ждать, когда у нас будет такая армия, чтобы освободить Донбасс, то мы можем, ну, мы с вами можем не дожить до этого счастливого времени. Я имею в виду природную старость. И поэтому я считаю, что да, нам сейчас передышка жизненно необходима для того, чтобы восстановить боеспособность войск, опять-таки провести докомплектование, провести еще одну волну мобилизации. Но чем быстрее мы решим проблему под названием Донбасс, тем будет лучше однозначно и для экономики Украины, и в политическом плане, и в военно-политическом. Спросите про Дебальцево, плюс какие мысли? Ну, ведь запитую про Дебальцево, какие мысли. Бо там сегодня информация, яка з'явилася в соцмережах. Да. Я бы сказал, истинно, как всегда, посередине. То есть военные заявляют, что там вообще ничего не происходит фактически. Ну, обстрелы идут, да, по-моему, факт обстрелов только признали. Соцсети говорят, что там уже тройное колесо, короче говоря, новый котел и так далее. Ну, вот здесь тот случай, когда истина посередине. То есть на самом деле сплошного кольца, по нашим данным, на утро, то есть это где-то на 8 часов утра, сплошного кольца не было, но ситуация действительно сложная. Я думаю, что после Иловайска, ну и на самом деле там и других котлов, которые возникли, вот за последнее время, на командование ТОИ, Генштаб уже как минимум должны сделать выводы. Если уже Генпрокуратура наконец начала заниматься такими вещами, нужно быть осторожнее с ситуациями, когда войска могут попадать в котлы. Я надеюсь, что в этом случае этого не будет. Так, я дивлюсь питання від глядачів, тому я мовчу. Ви не думаєте, що я... Не маю питань. Питань безліч. Одне з них – це військова допомога країн НАТО і просто країн західної там, демократії, умовно кажучи, коли ця ситуація мало зрозуміло з Луценком, який перерахував країни, потім вибачався. Ну, здорово, я теж можу пересчитати. Потенційно, хто може Україні дати зброю? Ну, тобто, чи будуть вони надавати зброю нелетальну і летальну? Із тих фактів, дійсно, які ми знаємо, я би відмітив позицию Италии и бронемашины Ивеко. Многие говорят, а зачем нам эти бронеавтомобили, мы и так их выпускаем. Опять-таки вопрос, когда мы их запустим в массовое производство? Большой вопрос. У наших бронетанкостроителей нет сейчас возможности, опять-таки за неделю начать выпускать всего и много. Во-вторых, как раз база этой автомобильной марки, она используется и в наших современных разработках бронетехники такого класса. Это второй вопрос. Но самое главное, я считаю, что это военно-политический смысл этого решения. Дело в том, что бронеавтомобили – это уже не бронежилеты и не каски. Это уже конкретно военная техника, которая используется в том числе в наступательных целях. И тут как раз Италия, можно сказать, делает прорыв в том плане, чтобы поставлять Украине не только оборонительное вооружение.
Суть в чем? Тут нужно опять-таки еще посмотреть направо. Мы так относимся к этому, что типа, ну, Европа же должна, ну, она поддерживает Украину, значит, должна помогать, значит, она должна нам сейчас давать все и очень много. На самом деле есть, и я апеллирую к этому документу достаточно часто, есть кодекс поведения экспортера вооружений. Он, как минимум, на Западе действует в двух редакциях. Это кодекс поведения ООН и кодекс поведения ЕС. Основные критерии, в общем-то, пересекаются. Критерии гласят, ну, из пяти критериев, допустим, ООНовского кодекса, там три посвящено как раз зонам конфликтов. И все они гласят, что экспортер должен воздерживаться от поставки вооружений в зону конфликта, если поставки этих вооружений будут способствовать, ну, эскалации напряженности, да, эскалации конфликта. При этом там не оговорено, ну, кому поставлять, там, правительственным войскам, повстанцам, без разницы. Просто для того, чтобы не было эскалации конфликта, нужно воздерживаться. То есть, по сути, люди, вернее, страны, которые идут на нарушение этих критериев, ну, в общем-то, не значит, что тут к ним все повернутся спиной, они будут изгоями и так далее, их будут жестко карать и наказывать. Абсолютно нет. Но это подрывает, скажем так, позиции политические страны-экспортера. Поэтому это довольно-таки щекотливый вопрос. Если бы у нас были союзнические обязательства, вопросов бы, ну, я не говорю про НАТО, вообще какие-то там двусторонние даже договора, да, вопросов бы не было никаких. У этих стран было бы юридическое обоснование. Что вот бумажка, которая нами подписана. Юридично, в принципе, якщо згадати про Будапештський меморандум, то нам, ну, нашу безпеку мають гарантувати Британія, Сполучені Штати, як мінімум. В чем эти гарантии полягают? Ось питание, на какие ответы немає. Я имею в виду другое, что Будапештский меморандум — это вообще Филькина грамота, и в этом уже все давно убедились, по-моему. Как вы весело про это говорите? Да нет, его скоро вспоминать будем моветоном. Но это свидетельство того, что вся система международного права не работает. Ну, на самом деле мы же видим международные политики сплошь и рядом политику двойных стандартов. То есть когда стране, особенно имеющей серьезный политический вес на международной арене, выгодно, она, да, она там признает какие-то правила, там, нормы и так далее, документы. А когда ей не нужно, то и по барабану. Россия действует именно по этой логике. И, как видим, никто ее вообще остановить в этом плане не может, приструнить. Ну, насправді можуть, але, може, не хочуть поки що, бо бояться. Ну, ви розумієте, не всім нравится варіант Третьої мирової війни. Ми ще повинні розуміти, що от недавнє... Що ви так смієтеся? Це дуже нереально, це намного реальніше, ніж кажеться. Я розумію, що всім не подобається. Всім може не подобатися перспектива померти рано чи пізно, але вона є, розумієте? Я за вас, я теж патріот України, і я абсолютно уверен, що Європа, яка тим більше пройшла Вторую світову, яка бачила цей сценарій в кінці 30-х років, по суті, вона повинна зараз косми лечь, але захистити Україну від Росії. Себе захистити, тут йдеться про те, що не те, що нас захистити. Елементарний інстинкт самосохранення, який оснований тим більше на історичному опиті. Практически один в один же все повторяется, мы же видим. Аннексия Судет-Крым, тут сейчас второй, ну, то есть как не остановился на суде, так и загробастал Чехословакию. Пруссия, коридор. Да, то есть абсолютно то же самое. Можно бесконечно проводить аналогии между тем диктатором и этим. Но дело в том, что вчера, по-моему, были опубликованы данные соцопросов американской компании GFM, о том, что там 57% американцев, 58% европейцев или наоборот поддерживают Украину и считают, что их власти должны помогать Украине даже при угрозе ссоры с Россией. Я считаю, вот это очень важно. Дело в том, что мы должны понимать, что в марте, когда мы сказали, ребята, на нас Россия напала, с какой радости, я не знаю, какой-нибудь тот же итальянец или испанец, если он, конечно, родом не из Украины, должен кричать, так давайте будем грудью защищать Украину. Не совсем понятно. Надо понимать, что после начала 90-х, после окончания холодной войны, и, в общем-то, до последних лет и Европа, и Запад в целом, они жили в состоянии эйфории. Это окончание войны. США единственные, но они ведут еще своих интересов войны постоянно на других театрах. Проблема в НАТО какая была? США никак не могли раскочегарить европейцев, давать нормальные деньги на оборону. То есть там все, там пошел от политикума и заканчивая обществом, у всех было представление, ребята, угрозы никакой нет, типа, мир и благоденствие. Кайф, кайфик, да? Да. У нас есть звонок с скайпом. А? Звонок с скайпом. Понял. Добрий день, називайтеся, звідки ви і питання ваше. І ми вже практично годину говоримо, між іншим. Так, кстати. Добрий день. Так, добрий день.
Мене звати Іван, я з Івано-Франківська, і у мене наступне питання. От всі говорять, що в нас немає бронетехніки, яку б можна було використати вже. Ну і це справді так, але ж у нас є дуже багато підприємств, які взагалі не загружені ремонтом цієї бронетехніки. І коли ну, говорять, що так, нам потрібно купити зброю, тому що ми не можемо за тиждень чи за місяць отримати бронетехніку. Але ж конфлікт із Росією почався не місяць, навіть не два тому. То. Смотрите, і тут крапка поставлена десь не там. Ну, да. Во-первых, тут есть два фактора, я бы сказал. Во-первых, самый простой путь – это закрыть глаза на все, что у нас есть, и начинать закупать с нуля. Ну, скажем так, технически простой вариант. Вроде бы средства есть. Но, опять-таки, пока только Италия говорит о том, и то там несчастные 90 бронеавтомобилей готовы продать, это погода, в общем-то, не делает, по большому счету. Закупать у своих, это, ну да, фактически АТО у нас идет с апреля, с середины апреля. Возможно, для закупок за границей решение этого вопроса, ну, может быть, можно было этот решить вопрос. Но производить самим бронетехнику, запускать ее в серийное производство, для этого необходимо колоссальные средства, намного больше, чем сейчас располагает Министерство обороны. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, все-таки нужно задавать вопрос и тому же Укроборонпрому, которое, кстати, поменялось уже несколько руководств. Ну, ви прекрасно знаєте ситуацію, яка складалася. Хто керував Міністерством оборони? Хто очолював СБУ? Хто ці люди? Тобто це aliens, ну, тобто це чужі були в Україні, яких пан Янукович і Укроборонпром, в принципі, як корупційна структура, торгував зброєю. Куди гроші дівалися? Ну, так о чому річ? Якщо посмотреть, вообще, чим у нас Міністерство оборони займалося конкретно при стратегах Януковича, я имею в виду... Міністерство економіки було для однієї сім'ї. Я имею в виду Єжель, Соломатин і Лебедєв. Ви посмотрите, закупалось вообще мінімум. Деньги основные тратились на ремонт. Оно вроде бы по логике да, проще 5 танков отремонтировать, чем один закупить. Но на самом деле, когда вы закупаете, вы знаете цену того же танка, вот вы знаете, сколько затратили, потом легко посчитать, сколько один танк обошелся, да, своровать деньги трудно. А на ремонте ворую не хочу. Попробуй докажи, что корабль обошелся ремонтом 100 тысяч или 100 миллионов. Ну, это я утрирую. То есть довольно-таки трудно. Ремонт – это золотое дно. Поэтому за сколько можешь телегу отремонтировать? Да, ну, за день. А за 7 можешь, и за 7 абсолютно. Могу. Абсолютно. Поэтому ремонт – это наше все. Долгие годы было. Я так розумію, більше дзвінків по скайпу немає, але так, я тут уже запитував про це. Тут Алекс Сілк пише, є ли шанс витіснити конфлікт з території України повністю в ближайшее время своїми силами. По времени, как у нас. А от у мене політичні питання лишилися. Я зараз перехожу до них. Ми завершуємо. Так, я ж просто не знаю ваш ліміт часу. От є, ви в списку, я так розумію, та Народний фронт. Ну, опинилися. Да, ну, во-первых, я вхожу в военный совет. Я не вступил пока в партию. То есть я, как и комбаты, которые тоже идут с Народным фронтом, находятся в военном совете. Суть в том, ну, то, что касается комбатов, могу объяснить, и вчера, в общем-то, объяснение шло, что у нас военнослужащие не имеют права вступать в партию и заниматься политической деятельностью. Но они могут участвовать в таких объединениях при партиях, в общем-то. Але для чего? Для чого там з'явилися комбати? Для чого там з'явилися ви? Для чого там з'явився Гаврилюк? Ну, поряд з іншими прізвищами? Княжицький, наприклад. Смотрите. Нема питань ніяких моральних, етичних? Смотрите, по поводу списков, ну, я вам честно скажу, что я не знаю всего списка, я даже не знаю своего места в этом списке. Это я вам, положа руку на сердце, говорю. Что касается, почему именно с этой политической силой. Я, в общем-то, вчера давал объяснение на ФБ, но могу в двух словах повторить. Во-первых, мы начали свою деятельность с критики власти. У нас было, опять-таки, возвращаемся к тому, о чем говорили, что впечатление, что власть сливает Крым, бойцы хотят воевать, защищать украинскую территорию, а им запрещают, по рукам дают и так далее. Турчинов нас тогда пригласил, объяснил ситуацию,
Тогда мы выработали предложение, и они, что самое нам больше импонировало, больше всего, что они начали работать. Был создан в конечном итоге медиа-центр, вернее, пресс-центр при АТО. Мы тогда лоббировали конкретного офицера и его назначили. Ну, мы лоббировали, потому что мы его видели по Крыму, что он работал, я имею в виду Селезнева. Эта система, да, она, кстати, до сих пор до конца, до ума не доведена, но 90% этих проблем решилось. И нам это действительно, мы поняли, что это люди, которые, ну, я имею в виду Пашинского и Турчинова, люди, которые реально выполняли то, что обещали. Поэтому продолжить сейчас с ними сотрудничество, ну, как бы я считаю, логичным. Что касается задач, почему, ну, опять-таки, по тому же списку, ну, я говорю, весь список не видел, но тех людей, с которыми я вчера сидел рядом, и я знал о том, что они идут, меня вполне устраивало, что, не то, что устраивало, я считаю, что за честь себя работать вместе с людьми, тут которые... Тут питание по дієвості. Давайте, от я представлю Арсена Авакова, який перераховує, Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Андрій Порубій, Арсен Аваков. Бойові комбати: Андрій Білецький, командир Азова, Юрій Береза, командир Дніпро-1, Андрій Тетерчук, командир Миротворцев, Євгеній Дейдей, Київ-1, Роман Піцьків, командир Чернігів, Таня Чорновіл, Михайло Гаврилюк, Дмитрій Тимчук, Антон Геращенко, Вікторія Сюмар. Так, Вікторія Сюмар зробила партію «Воля». Щось... Я не готов вам сказати. Ну так, бачите, політика – це така зла штука насправді. Можна втратити насправді або здобути все, або втратити все. Це вже називають партією влади насправді. Оцей список, ну, насчет, что это намагание... В условиях войны я бы вообще не... Зорян Шкиряк. Смотрите. Лилия Гриневич. Ефективність, яка буде цього? Сергій Пашинський, до якого купа репутаційних питань? До Миколи Княжицького репутаційні питання. Тому що має певну історію з медіа. І ця історія не є добра. З каналом TVI. Ну, я думаю, у нас мало, если вообще существуют политики, которые находились долгое время на политической арене, и которым нету вопросов. Вы знаете таких? Ну, я в цей список не пішов, чесно кажучи. А які інші списки? Я вам об'яснив свої зображення, чому я йду. Я бачу в списки людей, яких, в общем-то, я вважаю, і з якими би хотів працювати, з однієї сторони. З іншої сторони, я, ну, з цими людьми ми реально, конкретно з руководством, ми реально працювали вместе, починаючи з початку вторження. Ви хочете, да, ми бути тоже депутатом, всіх... скажіть? Ви просто хочете бути депутатом? Хочете? От щиро. Я не бачу, чесно говоря, ніякої різниці, що ми... Ну, вірніше, бачу різницю, але я не бачу... депутатство как самоцель. Во-первых, воровать у меня таланта нету. У меня было достаточно времени, чтобы в этом убедиться. 20 лет службы я закончил без квартиры, не получив. Не имею ни машины, ни дачи, ничего, кроме, ну, пенсии там сомнительной. Поэтому обвинять меня в том, что я имею какие-то такие наклонности нездоровые к такой деятельности, ну, было бы, наверное, неправильно. Дивіться, багато хто говорить... Смотрите, я вам объясняю. Можно я вам объясню в двух словах? В 2010 году мы готовили предложение, скажем так, ну, они звучали очень амбициозно, в общем, как практически предложение к военной доктрине Украины в условиях, как мы тогда говорили, активного нейтралитета. Янукович ввел понятие внеблоковости. Мы тогда, ну, кстати, эти предложения я публиковал, если не ошибаюсь, на главреде. Какая армия нужна Украине, чтобы такое называлось. И вот там как раз были понятия о том, что необходимо обзаводиться военно-политическим оружием. Ну, если мы не готовы к ядерному статусу, возвращению ядерного статуса по политическим или техническим причинам, мы должны хотя бы оперативно-тактический комплекс оставить на поток, дальностью до 500 километров. Мы должны создавать войска территориальной обороны с военной подготовкой, начиная в школах, в вузах и так далее. Мы должны готовить базу партизанской войны. Понимаете, эти вещи писались 4 года назад. Я думаю, что если бы на весну 2014 года у нас это было, то нам было бы проще сейчас решать проблему противостояния России. Сейчас об этом начинают говорить уже в другом формате. Понимаете, я считаю, что приход в политику позволяет не просто об этом говорить, обсудить, сказали типа, да, ты молодец или ты дурак, и на этом разойтись. А после этого обсуждения реализовывать такие вещи. Я считаю, что это очень важно. Мы повернемся, потому что я снова скайп-дзвінок. Добрый день. Называйтесь, звідки ви, ваше питання. Добрый день. Это вы меня слышите, да? Да, до вас я звертаюся. Вы у нас... Меня зовут Игорь, я Одессы. Угу. Вопрос такой у меня, не знаю, Дмитрий, да, Тимчук? Да, Дмитро Тимчук. Да. По поводу Будапештского меморандума, тут упоминался он в вашей дискуссии, что это тільки на грамота, бумажка.
Но по большому счету получается, что вся концепция безопасности Украины строилась на Будапештском меморандуме. Оказалось, что это бумажка. Вот должен кто-то ответить за то, что вся наша концепция безопасности, да, базировалась на бумажке. Да, вот. Такой вопрос. Дякую за питание. Я абсолютно уверен, что должны нести юридическую ответственность за вообще состояние всей сферы национальной безопасности и обороны. И министры обороны, и люди, которые подписывали, начиная от военной доктрины и заканчивая там концепцией и госпрограммой реформирования вооруженных сил, там, ну и других программных документов. Однако, если мы говорим о Будапештском меморандуме, я думаю, что, во-первых, это был массовый политический психоз. У нас мало кто в стране вообще верил в возможность вторжения, тем более России. Нужно начинать с этого. О том, что вся система международной безопасности оказалась, в общем-то, мягко говоря, дутой, ну, в этом мы убедились еще. Если кто в марте не убедился, то в апреле уже точно в это поверил. И тут, я думаю, нужно уже тогда ставить вопрос о том, что действительно на разных этапах государственности Украины, если мы получили такие гарантии, почему не разрабатывались никакие механизмы практической реализации этих документов? Зрозуміло, я повертаюся до питання депутатства. Багато хто в медіаколах, я не хочу цитувати зараз по прізвищах, але говорять, що цей список «Народний фронт» – це намагання негідників виїхати на добрих іменах, знову виїхати в Раду, без проблем. Тому що, якби взяти окрему політичну складову, ті, хто вже був в Раді, умовно кажучи, і сепарувати від комбатів, від того ж самого Гаврилюка, який, може він добрий козак, я не знаю, який він буде депутат. Ми бачили, як над ним знущався Беркут, але як Гаврилюк може працювати депутатом, ми не знаємо. Ми знаємо, що він смілива людина. І от частина політико обтяжених, тобто нардепів, політиків, які хочуть бути у владі далі, виїжджає за рахунок тих, хто на фронті ризикує своїм життям. Хто відданий Україні, хто не ворував, не крав гроші. От такий симбіоз, кажуть. І це непорядно. С точки зрения сумления, она ведь такая. А почему вы не верите, что почему вы считаете, что плохие люди обязательно научат плохому хороших людей? Почему не наоборот? Почему хорошие, честные люди не могут дотянуть? Бо Юлія Тимошенко уже перевиховувала в оригіналів. Мы знаем, чем это завершилось. Массовую зрадою. Не, подождите, но это одни плохие парни учили других, перевоспитывали плохих парней. Ці плохие парни. Не, подождите, мы говорим о том, Тимошенко в списку, разумеете? Вот не, подождите, половина... мы говорим о том, что люди, которые были в украинской политике достаточно долго, да, кристально честных мы не найдем. Вы согласны со мной? Или вы знаете примеры, кого-то можно канонизировать при жизни? Канонизировать ні, але можно зберігати стійкість духу. Там, скажімо, якщо ви хочете конкретний приклад, це навіть не українець, це кримський татарин Джемілів. Ні, тут я согласен. Там розумієте, головне мати бажання, лишатися людиною. Я вам назву десятки інших прикладів, хто був нормальною людиною в повсякденному житті, колегою, а потім перетворювався на елементарну покидьку. А чому ви вважаєте, що ті хороші люди, які йдуть в Раду? Я не вважаю, я запитую, чи ви готові до... Чекайте, я ж... Таке враження, що я звинувачу, кажу, є така думка. І маємо приклади. Я питаюсь логіку поняти. Чи вам треба в це вв'язуватися? Чи можна було піти чистою командою, не змішуючи політично обтяжених з... тими, хто має чітку громадянську позицію. Зараз обрати для себе список не складає проблеми, насправді. Громадянське суспільство, політики цього не відчувають, які далі бавляться в політику. Подождите, я об'яснив свої мотиви. Так, я знаю, теж перед тим, як там приймати якесь рішення, звісно, теж не родився вчора, і, в общем-то, знаю там і про слухи, і про розкази, і так далі. Ну, за тими політиками, тими чи іншими, які шліфи тягнуться, які історії, і так далі. Но я все-таки исхожу больше из собственного опыта. Если я с людьми работал, если мы выдвигали конструктивные предложения, и главное, эти предложения очень быстро реализовывались, почему я должен дальше им не доверять? Ну, это не совсем понятно. Ну, вы несете репутационный тягар. Просто негатив так само лягатиме и на вас, чтобы вы разумели. Ну, понимаете, я считаю, что... Что такое прийти командой? То есть вы считаете, что если бы, допустим, мы, активисты, объединились с комбатами, пришли политической силой,
Я не имею там никаких профессиональных политиков. Я так не вважаю. Не, я считаю, что... Я питаю вас стосовно того... Я считаю, что... Ну, список дивный. По моему мнению, допустим, те же комбаты, ну, я очень высоко оцениваю и сам патриот, и безусловной симпатии и любовью отношусь к любому патриоту Украины. Но давайте назовем вещи своими именами. Масса добровольцев, которые сейчас проливают кровь в АТО, они, ну, не стратеги, опять-таки, не клаузевицы, да? И ожидать, что они сейчас концептуально, каждый из бойцов АТО видит, как реформировать ту же самую армию, вооруженные силы, да, или МВД, ну, не приходится. По моему мнению, эти люди, которые у них сейчас совершенно острое восприятие как раз той справедливости и несправедливости, которая творится в Украине, они должны быть сторожевыми псами демократии, вот именно, и вот этих чистых и светлых каких-то ценностей. Я не думаю, что любая политическая сила, если в ней будет достаточно большая масса людей, которые честны перед собой и перед страной, что эта политическая сила, грубо говоря, скурвится. Глядачі пишуть, я вам просто зацитую. Романе, спитайте, чи є логіка йти з командою, яка привела в Раду цього скликання ту, щоб не провела реформ і не бореться з корупцією? Це, я таке питання подібне вже ставив, тому це враховуйте як думку. Андрій Лєнік, звичайно, хоче стати депутатом. Кармушка. Ну, така є думка в людей. Та? Ну, просто ну, на тому тлі. Це лічне мнення, запретити його невозможно. Ну, я маю право, по крайній мірі, не розділяти його. Маєте. У вас це право ніхто не забирає. Питання до Тимчука. Дмитро Данилів. Що зміниться, як, що пройдуть вибори і чи дозволить провести їх Росія? Что изменится? Да. Я думаю, тут как раз очень много зависит от общества. Мы действительно видим очень, я считаю, неприятную, не то что неприятную, не недопустимую картину, когда, поговорив о люстрации, тут раз идут какие-то непонятные назначения, да, всплывают люди из повсеместно практически, из старых команд, которые работали в команде Януковича и так далее. Я думаю, все-таки, во-первых, нужно как минимум до конца поставить точки над «и» в вопросе люстрации. Это как минимум. Во-вторых, нам нужно все-таки концептуально менять само видение взаимоотношений государства и общества. Война нам сейчас дала очень ценный ресурс. Это, с одной стороны, такое острое недоверие к тем же генералам и так далее. Но на самом деле интеграцию общественных институтов, ну, механизмов каких-то, структур, тех же волонтеров в государственные структуры. То есть государство и общество работают над выполнением одной задачи – отражение внешней агрессии. Идет очень много недоверия и так далее. Но я считаю, что как раз там, где недоверие, это вопрос, опять-таки, смены каких-то лишних людей и все-таки выстраивания доверия между ними. Если мы не профукаем этот, скажем, потенциал, інтеграцію общества і государства. Це буде дуже добре. Це якраз народне государство. Ми з вами можемо не профукати, а можуть профукати, я ж кажу, є політично зацікавлені, або ті, хто звик бути в політикумі. Я вам поділюся враженнями. В цю студію приходила Ірина Довгань, нагадаю. Ну, це та, яку прив'язували до Донецьку, до стовпа. Да, я пам'ятаю. І ну, вона ж сказала те просте, про що ми говоримо вже від самого початку своєї роботи, я маю на увазі громадське, що вона послухала депутатів на ток-шоу, і в неї склалося враження, що люди живуть в паралельному світі. У мене таке теж таке враження складається, коли приходять люди в цю студію. Подождите, той же вопрос, типу, кормушки там, типу, стремиться. Ну, якщо так ставити вопрос, що кожен, хто йде в Верховну Раду, він йде в кормушки, а зачем нам парламент тоді взагалі потрібен, а? Ну, мы все убеждены, что все, кто в парламенте, и кто бы туда не попадал, станет плохим человеком. Нам потрібна нова якість парламенту, и нам потрібні були відкриті списки. Але ці люди, які зараз формують Народний фронт, я понял, о чем я говорю. Не зробили нічого, фактично, не дотиснули до ухвалення закону про відкриті списки, тому ми вибираємо за старою системою виборчою, а Яценюк обурюється з трибуни, виступаючи, що так сталося, що вже стара система, і знову лізуть олігархи і наближені там до тих злочинців, які були при владі. Сорі, але ж ви в Раді, ваша більшість, вона мала ухвалити закон, який докорінно змінює виборчу систему. І ви самі цього не зробили. На кого ви зараз нарікаєте? А ви з цими людьми йдете в одній компанії. Ну, я вам уже два рази об'яснив свої соображення, третій раз повторюйте.
Ні, це, знаєте, аргумент на аргумент, те, що називається. Ну, на самом деле, конечно, ідеальним варіантом було б, щоб Майдан дав нам дійсно нові лица в політиці, да, яким би однозначно всі повірили, що створили нові сили і так далі. Но поскольку этого не произошло, я думаю, что мы идем по пути, скажем, возможно, более болезненным и долгим, ну, скорее всего, трансформации. Но я думаю, что после Майдана и после трагических событий вот последнего полугода, ну, страна уже не будет прежней. Я не думаю, что возможно то, что мы терпели, скажем так, 23 года. Я считаю, что это действительно время перемен. Возможно, они будут происходить не так быстро, как хотелось бы и мечталось бы об этом. Но то, что не будет, это, я в этом не сомневаюсь. Багато сюрпризів може бути в Новій Раді. Подивимося, ми будемо... Я прошу прощения. Так, я вас вже відпускаю. Я зараз скажу, що ми будемо, очевидно, робити спеціальний проєкт, який називається «Нова Рада», який буде присвячений виборам. Хочу нагадати, що в цій студії люди опиняються не за гроші, не продаємо студії, це щоб розвіювати всі сумніви, а з'являються ті, хто нам цікавий. Ну, таким був Дмитро Тимчук. Сьогодні анонсує одразу, десь о 18-й, має бути Вадим Карасьов, який опинився зараз за одним виборчим столом, тобто в одній виборчій компанії з Ганною Герман, як мінімум, з іншими людьми, які уособлюють партію регіонів і партію розвитку. А ви говорите про плохий список Народного фронту. Тут можна ще дуже довго спорити. Я лише говорю про те, що нас чекає сьогодні о 18-й годині, який гість. І о 19.30 Семен Семенченко, командир батальйону «Донбас» в цій студії буде, сподіваюся. А з нами був Дмитро Тимчук. Дякую вам за вичерпні відповіді на низку питань. Були ви в ефірі у нас годину 15 рівно. Дякую вам за участь у програмі «Громадський онлайн». У нас нема питання хронометражу. Дякую. Спасибо.